Всем привет! Я Алена Никифорова. Я занимаюсь вязанием на заказ. А вы стример? Вы стримите на Твиче? Или, может быть, у вас есть друг, который стример? Или подруга? И вы не знаете, а что подарить ему на день рождения? Так вот, я придумала новую фишку. Я сейчас делаю вот такие шарфы для тех, кто делает мне донаты. Потому как я не только бабушка, которая вяжет, но я еще и молодой стример. Вот, и я знаю, что многие ребята, которые любят сайт Twitch, которые часто на нем тусуются, им очень нравятся такие шарфы. Вот я уже сделала два, и это не моя прихоть, не моя такая вот каприз, это мои реальные заказы, и эти заказы мне сделали ребята, которые наградили меня донатами. Вот. Первый шарф я связала для Миши. Миша – это девочка, между прочим. Вот. Она захотела, чтобы шарфик у нее был белый, с фиолетовой тенью на буквах, потому что фиолетовый цвет – это корпоративный цвет Твича, как вы знаете. Ну, мы решили сделать вот такой фиолетовый, да, вот как вот Твич вот везде пишут, вот так вот. Вот. А сделали для девочки шарф белый. Этот шарфик сделан из акрила, он тоненький, мягенький, очень приятный. И вот видите, как здесь, вот символ Твича, пожалуйста, а на другой стороне шарфа никнейм донатчика. Вот. С обратной стороны шарф получается гладкий, белый. И если вы надеваете шарф с каким-то, скажем, нарядным платьем, и вам не нужно рассказывать о том, что вы стримите на Твиче или часто подсвечаете Твич, то вы можете просто шарф завязать другой стороной, и у вас будет просто идеально такой вот белый шарфик, что тоже очень удобно, и можно сказать, что это шарф-трансформер. Шарфы я делаю эти длинные, сейчас очень модно длинные шарфы, и вот для Миши я сделала шарф, у нее 2,80 длина, вот такой он длинный, вот, а для спартанца 2,40, потому что это все-таки парень, и ему такой длинный шарф не очень нужен. Вот, длину можно заказать такую, как вам нравится, такая, как вам нужна. Состав, вот этот фиолетовый шарф связан из полушерсти. Можно заказать шерсть, можно заказать кашемир. Как вам больше нравится, какая пряжа вам больше подходит. Но нужно учитывать то, что, конечно, стоимость пряжи увеличивается от того, насколько в ней более такой вот дорогой состав. Кашемир самый дорогой, акрил самый дешевый. Сколько стоит шарф, наверное, возникает вопрос. Шарф стоит 3000 рублей. И можно оплатить прямо на Твиче. Заходите на мой канал. Имя моего канала очень простое. Латинскими буквами напишите Олена Никифорова, и вы попадете ко мне в гости. Я каждый день веду прямые трансляции, показываю, как я вяжу свои реальные заказы в прямом эфире. И вы можете понаблюдать и заодно заказать себе шарфик, сделав донат. Как я отправляю шарфы? Шарфы после того, как они готовы, я еще показываю. Либо в прямом эфире могу показать, либо можем связаться через скайп, ВКонтакте, в Фейсбуке, где угодно. Покажу фото, как сделан именно ваш шарф. И если вас все устраивает и все нравится, то я отправляю почтой. В Россию можно отправить курьерской службой. По Украине можно отправить новой почтой, за одну ночь доходит. Вот такие способы оплаты. И способы доставки. Если же вы не стример, не тусуетесь на Твиче и хотите заказать такой шарф, то можно написать мне сообщение прямо под видео в комментариях, я с вами свяжусь, и мы с вами оговорим стоимость в зависимости от состава пряжи, цвет, состав и к тому же. Логотипы можно вывязать не только Твич, а аналогично можно вывязать любой логотип. Хотите YouTube, хотите логотип вашей компании, вашей фирмы. И я думаю, что все будут довольны. Вот. Так что заказывайте подарки своим любимым стримерам, заказывайте подарки себе. Буду рада их исполнить. Искренне ваша Алена Никифорова. Всего хорошего. Пока.